детский молодежный кинофестиваль «Первый кадр» проводится в городе Улан-Удэ второй раз. В нем принимают участие 54 человека. Меня зовут Сигачева Валерия, и моя работа называется «Гид по моде». Шестиклассница Валерия Сигачева ведет репортаж с места события. Она представляет улан-удэнских школьников и их творческие работы в сфере кино и телевидения. Здесь у нас несколько номинаций, 4 номинации. Первая номинация называется «Игровой фильм», вторая номинация называется «Музыкальный фильм». Есть отдельная номинация по мультипликационным фильмам и есть телевизионный сюжет, номинация. Каждый материал, как отдельная песня, замысел, раскрывает интригу, в апогее эмоциональная и социальная нагрузка, отмечают участники фестиваля. Мы также задействовали метод «равно обучать равного». То есть мы хотим, чтобы дети, младший класс, повторюсь, пришли домой и начали рассказывать своим родителям то, как важно сохранять природу Байкала. Участники фестиваля и победители поощрены призами, но их потенциал требует гораздо большей поддержки. Намсарай Намсараев, Сергей Петров. Новости дня.